Здравствуйте! В эфире программа «Афиша» и я, Юлия Север. В ближайшие выходные Самара отметит свой 429-й день рождения. Жители города ожидает насыщенная развлекательная программа. О самых ярких мероприятиях расскажем в ближайшие минуты. В субботу, 12 сентября, в 2 часа дня на второй очереди набережной развернется мероприятие «Жемчужина на Волге». Вас ожидает шоу воздушных змеев, экспозиции современного искусства, выступления уличных артистов и многое другое. Позже, возле музея имени Алабина, горожан ждут на фестивале «Битлз навсегда». Культовые песни в исполнении современных музыкантов. Праздник музыки начнется в 17:00. 13 сентября вся активная молодежь города соберется на фестивале «Старт». 26 площадок раскинутся на набережной от речного порта до улицы Красноармейской. На старте можно будет увидеть уличные танцы, поэтические выступления, соревнования по пляжным видам спорта, танцевальные батлы, музыкальный концерт, выступления КВНщиков. Большое внимание уделено современным технологиям и инновациям. Мероприятие начнет свою работу с 10 утра и продлится до 22 часов. Вторая очередь набережной 13 сентября предложит самые разнообразные программы для самарцев. В 12:00 у памятника князю Григорию Засекину состоится торжественная церемония возложения цветов. С 12 до 17 вас подхватят народные гуляния «Самарская слобода». Любителям театрального искусства будет интересно посетить площадку «Театральные подмостки». Каждый сможет найти что-то интересное именно для себя. Вечернее праздничное мероприятие развернется на четвертой очереди набережной у Стеллы Ладья. В 17:00 здесь начнется программа «Самара. Город дружбы, единства и созидания». Подарком для самарцев станет выступление арт-группы «Хор Турецкого». И финальным аккордом праздника станет салют, который озарит небо над Самарой в 22:00. Уверена, что эти выходные будут по-особенному интересны. С днем рождения, любимая Самара! С праздником, дорогие жители города! До свидания!